69-я годовщина их победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин приветствует экипаж морского тральщика вице-адмирал Жуков. Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Владимира Терпетова. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Пограничного сторожевого корабля «Жемчуг», которым командует капитан второго ранга Дмитрий Любкин. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствует экипаж малого противовоздушного корабля «Александровец». Командир корабля, капитан третьего ранга Владимир Путин. Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.